Жители большого города ждут ежегодного фестиваля, чтобы послушать классическую музыку, как в традиционном исполнении, так и через взгляды новых коллективов. В любом случае, это первоклассный культурный продукт. Мы стараемся каждый год ходить, потому что это хорошие традиции. Потом хочется услышать хорошую музыку в хорошем исполнении, со знаком качества. То есть мы так уже привыкли жить. Ваш мед – работяга. Вот, говорю, столько оркестров молодежных сделал. Программ сколько, и гастролируют везде. Север, юг. Программа фестиваля никогда не повторяется, за одним исключением. Гость каждого – камерный ансамбль «Солисты Москвы», руководит которым сам маэстро. На открытии фестиваля в Краевом музыкальном театре коллектив исполнил увертюры и сюиты номер один – Баха. Большинство произведений, прозвучавших в этот вечер, были связаны с Италией. В симфонии для тромбона и струнных солировал Василий Прокопенко. Он участник Всероссийского юношеского оркестра, родом из Комсомольска-на-Амуре. Он очень хороший тромбонист. Это главное. Это и есть принцип. Ну и прекрасное совпадение с тем, что он из Комсомольска на Амуре. И, по-моему, это имеет большой смысл. Он, кстати, мы сегодня едем ночным поездом, правильно, в Комсомольск на Амуре. И он будет в своем родном городе. Фестивальную программу первыми увидели жители краевой столицы. Неделю лучшие российские музыканты будут гастролировать по всему региону. Самая главная миссия фестиваля и маэстро в том, что в каждый уголок нашего региона приезжают лучшие музыканты нашей страны. Это и Хабаровск, и Комсомольск, и Амурск, и Вяземский. И ширится география фестиваля. Кроме концертов, в рамках фестиваля проходят мастер-классы для юных музыкантов. Такие встречи дают возможность не только поделиться опытом, но и отыскать молодые таланты. Много тех ребят, которые здесь были найдены в возрасте 12, 13, 14 лет, сейчас вполне профессионально себя реализовывают во взрослых оркестрах и в самом Хабаровске, и во Владивостоке, и в Новосибирске, и в Питере. Уже работает во взрослых коллективах. Музыкальный фестиваль Юрия Башмета продлится в Хабаровском крае до 13 апреля. За всю его историю в регионе прошло более 80 концертов. Полина Харечко, Ульяна Крамаренко, Тимур Новоселов для «Большого города».